Добрый день, я Мельниченко Роман Григорьевич, и я здесь перед вами для того, чтобы дать оценку и исследовать результаты регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по праву 2019-2020 года, те задания, которые были предоставлены для школьников 10 класса. Буквально за несколько минут я попытаюсь ответить на какие-то ваши вопросы, и не только на ваши, но и на мои, которые у меня возникали в ходе участия в этом мероприятии. Знаете, я преподаватель, я достаточно долго преподаю право, и я уже третий раз участвую в Олимпиаде. И каждый раз, когда я открываю первый раз вот эти задания, которые школьникам даются, я ужасаюсь. Ужасаюсь, знаете, тому, что, не дай бог, кто-нибудь меня спросит, как правильно в тот момент. Потому что задания такие сложные, что на большее количество из этих заданий я сам, хотя я правовед, у меня там всего много, я не могу ответить. Но это не означает, что эти задания невозможно решить. Это означает, что для решения этих заданий ежегодно, этот курс проходит ежегодно, стоит участвовать, потому что вы можете вырасти, то есть участвуя в этом проекте, в принципе, безопасно, вы ничего не теряете, а можете только что-то приобрести, но вы приобретете одно. Вы научитесь, во-первых, держать себя в руках, а во-вторых, вы начнете мыслить и поймете, как мыслят вообще в высшей школе. Итак, мне в этом году попался 10 класс, и я остановлюсь на двух элементах. На двух важных элементах, и эта речь не о прошлом будет у меня, эта речь у меня будет о будущем. Потому что, если вы уже написали, приняли участие в этом мероприятии, изменить что-то уже невозможно. Мы уже проверили, и все, мы уже сдали. Это речь для тех, кто собирается совершить тот же подвиг, как и в этом году, в следующем году. Это именно для этих людей. И первое, на чем я хочу обратить ваше внимание, это на такой стороне морально-этической. Дело в том, что в этом году первый раз я лично провел практику удаления школьника с этого мероприятия. То есть мы сразу объявили, что все гаджеты, которые есть у школьников, они должны положить на стол. Стали люди положили, и затем мы обнаружили школьника, который списывал с гаджета. Мы посчитали, что это, юридически это непозволительно, потому что по правилам этого мероприятия, если есть гаджет, если есть списывание, это однозначное удаление. Но нас еще сподвигло к этому шагу, а мы удалили эту школьницу, сподвигло следующее, принцип справедливости. Все-таки, если 49 человек пишут сами, один списывает, это нехорошо, это несправедливо, и потому, конечно, было тяжело, морально тяжело, эту школьницу, мы даже ее не смогли удалить, она сидела 3 часа, ничего не писала, потому что мы составили протокол и не приняли ее ответов. Я предлагаю вам следующее, исходить из следующего. Это как скалолазание. Если у вас есть страховка, вы упадете. А если у вас страховки нет, вы будете цепляться за эти камни, и все равно вы войдете наверх. Не берите с собой ничего. Не надейтесь ни на какие гаджеты, потому что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ими невозможно было воспользоваться. Итак, это по такой технической стороне, морально-этической, а теперь по поводу самих тестов и на что я обращу ваше внимание. Я не буду обращать внимание на то, что удалось. Некоторые вопросы были удачные, много людей ответило правильно. Я остановлюсь только на тех вопросах, которые были неуспешны, но буквально было несколько вопросов, где люди не ответили, то есть, по крайней мере, по моим сведениям, ни один человек не ответил верно. И вот тут-то я обратил на них внимание, на эти вопросы, я выделил 5 таких вопросов, которые я вам проговорю, и, возможно, в следующем году это поможет вам более успешно подготовиться. Первое – это вопрос, связанный с конституциями. То есть там было
указать, необходимо было три конституции, насколько я помню. Да, укажите годы принятия действующих конституций СССР. Один человек ответил правильно, по крайней мере, по моим документам. Я анализировал, почему так произошло, и дам вам рекомендацию. Рекомендация следующая. Дело в том, что школьник, скорее всего, не понимает, зачем ему это нужно. Ну, не сам школьник, а его подсознание. Он думает, зачем я это буду все... Ну, зачем мне это запоминать, эти годы, годы этих конституций? Здесь необходимо себя мотивировать. Мотивировать следующим образом. Дело в том, что годы – это очень важно. Ну, почему? Эти циферки очень важны. А потому, они важны потому, что они дают нам какие-то рамки. Ну, например, если у вас есть в руках апельсин, вы же не будете его просто так жрать, не почистив и не разделив. Вы берете апельсин, его чистите, потом берете дольку и по долькам едите. Так и история. Историю нельзя жрать, как апельсин, вот так вот целиком. Ее разделяют на части, и затем эти части едят. То есть, если у вас есть в голове какие-то отбивки, временные по годам, то вам потом будет легче что-то вообще понять в этой истории. Если у вас есть такая мотивация запомнить эти года, то следующая будет моя рекомендация, связанная с мнемотехникой. Мнемотехника – это техника запоминания. Как эти дурацкие года запомнить? Такой даю вам лайфхак. Это необходимо запоминать сразу кустом. То есть нельзя запоминать по одной цифре. Необходимо взять несколько цифр и их запомнить. Ну, если обобщить и запомнить. Например, действительно есть в период СССР было три конституции. Три конституции. И их, вот эти три конституции с годами надо запоминать вместе. Первая конституция, например, 1924 год. Это образовалось СССР, и надо было принять конституцию. И вот приняли конституцию, первую конституцию СССР, 1924. Затем следующая конституция, это сталинская, так называемая конституция, это 36-й, 6-6, 36. Значит, сталинская 1936 год. И третья была брежневская конституция, там вообще легко запомнить, 77-й год, 77, два топорика. Все, 24-й. 36-й, 77-й. Три конституции было в СССР. Запомнили это навечно. Если у вас есть такой образ, а можно вообще хорошо бы найти эти конституции, на них посмотреть. Они очень интересные. Ну, по крайней мере, такие красочные, с герб на обложке. Вот я думаю так. То есть не бойтесь запоминать. Это пригодится. Вот здесь вот математики сидят. Математики, они очень умные, знаете почему? Потому что они хорошо запоминают. У них профессия такая, запоминать цифры. Они запоминают, и потому элита нашего общества – это математики. Потому что они могут, у них хорошая память. Так что не стесняйтесь, не жмотьтесь, а ресурсы свои вкачивайте в свою память. Тренируйте память. И вот эта Олимпиада – идеальный повод это сделать. Следующее, на чем я обращу ваше внимание, это уже ближе к нам, к юридическому, вопрос был третий. Согласно отечественной теории уголовного права, к фундаментальным признакам, элементам субъективной стороны преступления относятся двоеточие. Значит, я сейчас разберу, как хорошо, как правильно было бы вам мыслить, чтобы решить данное задание. Для этого вам нужно две вещи. Первое – это знание в определенной сфере, а второе – логическое мышление. Просто логика, просто тупая логика. Здесь вам нужно знать следующее. Первое, чтобы решить, надо знать, что есть составы состав уголовного преступления, состав преступления, он состоит из четырех элементов, это надо знать. Объект – объективная сторона, субъект – субъективная сторона. Это прям как отче наш. Вот это четыре элемента есть. И еще надо знать, что есть в этих составах основные признаки и факультативные. То есть вот это четыре, которые я обозначил, это основные, а остальные все факультативные, то есть второстепенные. Смотрите, что от нас просится в вопросе.
Согласно отечественной теории уголовного права, к факультативным признакам субъективной стороны преступления относятся. Значит, нам просят взять субъективную сторону, из этих четырех взять субъективную сторону, и из этой субъективной стороны выделить только те, которые относятся к факультативным. Значит, как мы? Подключаем логику. Все, что к этому не относится, мы откидываем, и остается только верный ответ. Начинаем работать. Значит, А – субъект преступления, субъект – объект, субъективная сторона – объективная сторона. Понятно, что к субъективной стороне не относятся. Да? Субъект преступления – это субъект преступления. Убираем. Следующий – предмет преступления. Опять же, к субъективной стороне не относятся, это предмет преступления. Отлично. Вина. Относится ли вина к субъективной стороне? Да, относится, вроде бы подойдет, но вина же одновременно является основным. Да, то есть основным элементом. А раз он субъективной стороне, но относится к основным элементам, и значит не подойдет. Отбрасываем. Мотив преступления. Мотив преступления относится к субъективной стороне, к психическому отношению лица по отношению к преступлению. Мотив. Мотив это почему я совершаю данное преступление. Да, относится. Ставим галочку. Умысел либо неосторожность. Относится к субъективной стороне. Да, относится, но умысел и неосторожность – это основные признаки. То есть не подходит по второму критерию. Отбрасываем. Цель преступления относится к субъективной стороне? Да, это же цель – это психическое отношение лица. То есть зачем он это все делает? Относится к субъективной стороне. К основным признакам относится? Нет. Значит, подходит. Галочку ставим. И невменяемость. Невменяемость – это относится к субъективной стороне? Нет, это относится к субъекту преступления. Откидываем. И вот у нас получился мотив преступления и цель преступления. Вот то, что сейчас я вам проговорил достаточно долго, это должно моментально проходить в сознании. Еще раз. Нужны знания, что такое состав преступления. Нужно знание о том, что есть основные и факультативные элементы состава преступления. И соединяйте это через логику, и у вас правильный ответ. Вот так происходит. Следующее это 22-й. Вопрос, на который я еще раз проговорю, я выбрал те, которые провальные-провальные. Вот, ну, или один правильный ответ, или вообще нет. Есть и такое. Итак, у нас 21-й. Это задача. Это задача по уголовному праву, где 5-летний Дмитрий совершил кражу, 158-я, часть 2-я, но так как Дмитрий был несовершеннолетний, он не мог... Нет, ему было 14 лет, да, он подлежал уголовной ответственности, и ему применили такой вид ответственности, как штраф. Есть в уголовном праве такой вид ответственности, 30 тысяч рублей. А затем, так как у него 14 лет еще своих доходов, я так понимаю, нет, суд взял и этот штраф переложил на родителей. И здесь есть 4 ответа. Никто, по крайней мере у меня, никто не ответил на этот вопрос правильно, и я понимаю почему. Дело в том, что действительно есть признак, то есть есть такой принцип в уголовном праве, это принцип объективного вменения, то есть не может отвечать за преступление человек, который его не совершал. И вроде бы как бы родители в краже участия не принимали. Косвенно можно там продумать, да, что они так его воспитали, что он вырос в вора. Но все-таки... Понятно, что родители отвечать не могут. Но здесь есть, я понимаю, что людей, что вас так, почему вы не выбрали правильный ответ. Суд вправе, то есть суд может переложить штраф на родителей в случае согласия родителей. Это, конечно, очень странно, что какой-нибудь из родителей добровольно скажет, ну давайте я буду отвечать за своего ребенка. Но это так. Это действительно в уголовном праве так, есть такая возможность согласия родителей быть перенесен на
на них. Я думаю, вот это у вас как бы не совсем логично. Нелогично, что мало из родителей, только нелогично, что мало кто на себя примет вот это бремя наказания. Ну это так, это необходимо знать просто-напросто нормативные акты. Следующее. Так, 21. Мне кажется, очень такой. Я уже знаю, что в 9 классе был подобный вопрос. Это, и я также на него обратил внимание, на соответствие. Там есть задание с соответствием, то есть установите соответствие между видами юридической ответственности и видами санкций согласно действующему законодательству РФ. И там три отрасли права данные. Это уголовное право, административное право и дисциплинарное взыскание. И для решения правильного, для верного выбора верных ответов, верного соответствия, необходимо было знать, какие виды наказания есть в этой отрасли права, в этой и в этой. И затем их распределить. Ну, вроде бы просто, просто, можно посмотреть и запомнить. Их там не безумное количество. Но необходимо было обратить внимание на следующее. Есть похожие наказания, но не идентичные. Вот здесь у меня было, есть такой вид наказания, как штраф. Штраф есть и в уголовном праве, как вид уголовного наказания, и как вид административного наказания. И в принципе, я даже сам когда стал смотреть, думаю, ошибка, они ошиблись. Штраф это подходит и в уголовное наказание, и в административное наказание. Скорее всего, и большинство школьников так подумало. Но дело в том, что здесь разработчики этих тестов подходили очень формально. То есть формально в хорошем смысле, то есть очень... ...называется административный штраф. Вот там действительно полностью называется административный штраф. И значит штраф в данном случае мы можем подвести только... арест. То есть я обращаю ваше внимание, необходимо, действительно, мы юристы очень буквоеды, и любой данных тестов. Ну и последнее, на чем я хочу остановиться, обратить ваше внимание, 24-й, мне понравился, 24-й тест. Есть такой институт в юриспруденции, называется клятвы. Ну вот клятвы или у нас это называется присяга. То есть присяга это такой юридический факт, который знаменует собой начало какой-то должности, какой-то деятельности, какое-то заступление на должность. И у нас у госслужащих, практически все госслужащие, и не только они, это перешло и в цивильное, на непубличную сферу, например, на адвокатов или на нотариусов, и они должны давать присягу. И в данном случае были даны тексты присяг. И необходимо было определить, кому эта присяга относится. Ну, кто ее дает, потому что там были пропуски. И в этих пропусках был субъект, который дает эту присягу. Очень странно, что мало людей правильно ответили. Тут можно было много баллов, кстати, набрать, а люди набрали мало. Хотя можно было просто прочитать. Вот смотрите. Надо просто внимательно читать. Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, Все, ключевой маркер есть. Правосудие. Кто у нас правосудие осуществляет? Суд. Пишем суд. Затем. Приступая к исполнению ответственных обязанностей, торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимое, так и оправдывающие его. Опять же, в суде, значит, с судом связано, но тут приступая к исполнению ответственных обязанностей, судья бы так не сказал, так, ответственных обязанностей, это значит присяжные. Кто у нас, кроме профессионального судьи, осуществляет судебную деятельность? Присяжные. Значит, это присяжные. Ну и третье.
Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности, защищать права, свободы, интересы доверителей, руководствуясь Конституцией и кодексом профессиональной этики. Ну, доверители. У кого есть доверители? У прокуроров есть доверители? У судей есть доверители? Нет, доверители только у одного. Это у адвоката. Значит, это присяга адвоката. Я, завершая свою речь, хочу сказать следующее. Ну, в данном случае это речь и школьникам, мой призыв, и родителям. Если вы... То есть стоит участвовать в этой Олимпиаде. Стоит, потому что это для вас испытания, испыты. Эти испытания действительно могут вас продвигнуть в определенную сторону, в сторону мышления, например. Или вы полюбите юриспруденцию, или наоборот отвращение у вас она вызовет, и слава Богу, потому что, представляете, вот вы выберете юриспруденцию, а потом это, там, 4 года будет впустую. Посмотрите, нравится вам, не нравится, за это денег не беру. Посмотрите, разберите, а тем, кто уже участвовал в этом мероприятии, я советую следующее сделать. Взять прям вот они... В свободном доступе теперь есть эти ответы. Взять и внимательно их просмотреть, помнить, как вы там это решали. То есть понять логику этих разработчиков и понять, почему вы выбрали не тот ответ. Только так, кропотливо, с ручкой в руке, с распечатанным листочком, просмотрев, вы можете подготовиться так, что вам не будет жалко зря потраченного времени. Спасибо. На этом моя монологическая часть завершилась. Пожалуйста, если у вас вопросы по оцениванию заданий регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по праву 2019-2020 года за 10 класс.